Дорогие друзья, плюс 14 градусов в Минске. Мы сегодня с вами можем наблюдать за огромным количеством матчей в континентальной хоккейной лиге. Соперник у местных динамовцев очень и очень серьезный. В гости приехал Барыс из города Нур-Султан. Ну вот, выиграли в Расуне. И вот на дальнюю, да, проходит передача, бросок, касание, Кирилл Житовец не забивает, браво Паскуале. Вот сейчас все четко, быстро встали, расставились и вывели на бросок. Ну, слушайте, Паскуале и правда большущий молодец в этой ситуации. Ровно как и, например, Игорь Машинов, который последнюю передачу сделал. Неплохо было. Молодец, Степанов. Да, теоретически тут могла зайти шайба. Шор. Принц, Шор, Паре. Шор обыгрывает сам. И не забивает. Но зато, по-моему, забивает Франсис Паре, который из-за ворот уже бросает в спину, там в ногу Эдварда Паскуале. Смотрите, здорово. Раз, два. И вот Шор обыгрывает. Не забивает. Ну да. Пересекла шайбу, пересекла. Там Алихан Асетов почти успел выбросить шайбу, но она пересекла линию ворот. Ну, не знаю, может быть, арбитр пойдет смотреть. Мне кажется, что тут все было достаточно очевидно. Старченко. Ну, вот чуть далековато отпустил шайбу. Добивание 1-1. Да нет, там не площади ворот был Аркадий Шестаков. Ну-ка. Да нет, не мешал Шестаков. Бросает Джесси Блэкер. И хорошее добивание Петухов. Ну что там, вопрос, пересекла шайбу или нет. Да, она пересекла. После видеопросмотра блокировки вратаря нет, хороший гол. Вышли из-под этого прессинга гости. И пока в атакующих действиях замечены не были. А вот хороший момент, бросок в ближний угол. Да, в принципе, наверное, как и Додонов. Красивая комбинация. Это опасно. Михайлис обыграть не смог. И Энрад сыграл на ловушке. Но там он волк несся. Кстати, Еременко встретил. Ну, можно попробовать бросить хотя бы. Сирена. Ничья 1-1. И через 3 минуты начнется овертайм. Ух ты, Даррен Дитт как разогнался. И забил. И забил. И... Нет, ну еще есть шанс у минчан спастись. Соответственно, им надо забрасывать дважды. И чтобы Энрад выручил еще раз. В итоге... Барыс одерживает победу в этом матче, набирает 2 балла.